На бывшего президента и действующего кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено покушение во время митинга в штате Пенсильвания. Звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа. На кадрах видно, после начала стрельбы Трамп спрятался за трибуну. К нему подбежали телохранители и увели его. Перед уходом политик помахал рукой. Трамп получил ранение в правое ухо. Позже окружной прокурор сообщил, 2 человека погибли. Стрелка ликвидировали на месте. По данным Нью-Йорк Пост, политика стрелял профессиональный снайпер. Им оказался 20-летний житель штата. Сейчас Трамп находится в больнице, где его состояние оценивается. Врачи. Идет расследование.